Бренд номер один, погнали! Просто посмотри, пока, пацаны! Меня скинули! Привет! С вами Квантум. И сегодня очередная порция угара и безумия в GTA 5. Понравится серия и ты захочешь продолжение? Обязательно напиши об этом и подпишись на канал, чтобы не пропустить новое угарное безумие в GTA 5. Приятного просмотра! Жопу открой, кряк. Коля, а, посмотрите на самолет, где он застрял, ребят, посмотрите на самолет. Он до сих пор колбасится здесь. Ау! Все, давай разворачивайся. Ты не того подцепил. Так ты не так развернулся, это неправильно. Все. Во, стой. Идеально. Стой, стой, кряк, кряк, стой, кряк, стой, все, погнал. Почти. Почти, почти получилось, давай еще раз. Почни двери, кряк. Давай, кряк, быстрее, let's go. Прямо в камеру, почти. Вовремя, вообще затроллено. Аккуратно заезжай на нее ювелирно, пожалуйста. Вот. Все, закрывай, поехали! Давай, давай, погнали! Идеальное преступление! Дядя, как тебе сидится в этом прекрасном, замечательном, я не знаю... Надо Делори отсюда загнать, я знаю! А если стрелять, то что будет? Она внутри все еще, да? А что двери... Выпустите нас отсюда! Кто пердит под нами, пацаны, не надо пердить! Кряк, сколько раз тебе говорили? Есть, мы выбрались! Ну чё вы насос меня тащите, я не могу вперед ехать! Да что? Мы поломали ему грузовик, он вперед ехать не мог! Это было прикольно! Мы все гидранты себе позбивали! Походу из-за того, что раз стреляли мы внутри этого. Ай-яй-яй, спокойно! Блин, хорош мины раскидывай, кто раскидывает мины? Давай! Пахан, меня убили. Пахан, извини, мертв. Глюк, иди к нам. Я не вижу где. А, все. Вижу. Сейчас заберу тебя. Кто на месте? Вот так. Открывай роток, сейчас... кряк. Все, садись. Погнали. Я сзади. Аккуратно. Давай, Глюк, залетай к нему туда. Да блин, тупые менты, машины вообще все. Тупые менты, машины вообще. Оказаться все оказались тут. Так, давай. Хотя мы уехали. Все, отлично. Сейчас, сейчас, сейчас. Автомат. А что если сюда завести? А можно затемнить? Да! Офигеть, по какому... Кряк, что случилось? Что с нами творится? Я как на Луне. Это ты на Луне? Глюк, заезжай. В смысле? Подожди, да повернитесь вы нормально. Да. Закрывайся. Глюк, ты внизу там? Я вижу тебя. Да, я внизу, давай. Глюк, теперь вверх, вверх тупи. Я вверх вижу, я небо вижу. Глюк, зажми, я взлетаю. Задние колеса. Грузовик подлетает, серьезно? Да, да, он реально подлетает, мужик. Офигеть, что Глюк, нажми на 5 и лети вверх. Глюк, я полетел. Я лечу. Почему я этого не вижу? Глюк, держи на 5, Глюк. Я этого не вижу, блин. Это Гарри Поттер. Я тоже, кстати, давай. Блин, я тоже хочу снаружи посмотреть. Мне зажало здесь, бедный енот, выпустит. Я умер. Тормози, кряк, сейчас я приду к тебе. Так, все, все, все. А, так можно двери не закрывать, лол, с открытыми дверьми можно. Ну вот, в принципе. Куда вы полетели? Вопрос. Стойте! Глюк, тормози! Все, полетели! Взлетайте, взлетайте, пацаны! Я ничего не вижу! А, все, вижу. А, Джереми не взлетает вверх! Я полетел! Мы летим! Мы летим! Сейчас давай разгонюсь! Давай на разгон и взлет! Ну взлетаем, реально! На аэропорт нужно, брат, на аэропорт нужно! Давайте, вверх, 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 пацаны! Нормально, нормально, сейчас полетим! О-о-о, отлично, отлично, отлично! Только не в воду! Только не в воду, отлично! Ты меня не справишься! Проникновение! Да вас слишком много на одну жопу эту! Вас много, жопа одна, отстаньте! Давай, кряк, залетай! Заехал, давай, кряк! Да подожди, остановись! Прикрашен хочет лезть! Ты видишь, подкрашен хочет, типа, залезть второй! Война, пацаны, война, кто первый залезет, залетел! Давай, кряк! Кряк, залазь! Блин, я впервые вижу пацанов, которые дерутся за одну дырку. В грузовике просто, одну дырку в грузовике. Я в шоке. Давай, кряк, залетай, я крашера не пускаю. Насилуй грузовик. Пускай крашера. Скажите крашеру. Отпустите крашера. Давай, кряк, залетай. Кряк, давай, 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 давай. Братишка, давай. У вас 4 машины на одну дырку, вы чё? В смысле? Давай, кряк, залетай. Кто зачем, тот победил. Знаешь, мы уже как можно, Мансим?
Так Джереми залетел. Ой, я тоже. Давай вверх теперь топите. Давайте топите реально вверх, пацаны. Я из-за этого из грузовика, а тут крылья выросли, смотри, по бокам. Я вижу, вверх, вверх топите, пацаны. Вверх, он подлетает, смотри. Он подлетает, да, реально, офигеть. И музыка из Гарри Поттера. Я не вижу, конечно. И музыка из Гарри Поттера такая! Это реально! Запихните третий Делориан туда срочно! Почему мы на одном колесе перемещаемся? Мы на одном колесе едем! Чё за жесть? Офигеть! И музыка из Гарри Поттера, знаешь, прямо просто чётко в тайминг влетели с музыкой, вот прямо. Посмотри, это грузовик. Давай, все на одном колесе просто едем. Бля, у меня присуха, братуха, болит уже. А что если они еще снизу нас будут толкать, понял? Ай, давай поднимайте. Поехали. Отлетались просто. Глюк, ты тебя видел, в розык вылетали. Вообще, блин, сзади такое. Мы взлетаем. Полетели. Вылетит там малеха, пацаны, направо, налево. Пальба. Пальба. Щука. И музыка автоматически, так понимаю, включается, да, по умолчанию. Кстати, музыка включается, давайте. Тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур. Господи, как это жестко выглядит. Назад, пацаны, мы застряли, назад. Что за жесть происходит, я не понимаю. Вы что тут два проникновения устраиваете в грузовик, это несправедливо. Давай, назад, давай. Да назад, блин. Нужна горка, нужно на Челяд, пацаны, вот Челяда будет топово съезжать, я вот уверен. А давай сам вот прям Челяда, самый вершинный. Мы тогда вообще полетим, это просто будет жестко. Да, полетим. Все, автобус Хогвартс, грузимся, мудалы, блин. Давайте, пацан. Что-то упал, блин. Так, здравствуйте. Все в автобус. А вот все. Все, давай, Зодиакси залезет и поедем. Автобус Хогвартс отправляется через 3, 2. Там еще пахан бежит с топетом, пахан еще не все. Подожди, приостановите серию, съемку приостановите. И все залезли так. Все, Хогвартс полетели. Где музыка Хогвартса? Блин. Где музыка Хогвартса, пацаны? Оно от первого лица как это выглядит. Да. Я в самых последних рядах, реально, мне офигенно. Фак вам всем, и водителю фак тоже, сраные летчики. Все факулечки. Че, пацаны, в Хогвартс? И задание такое, пролетите на бреющем полете вверх до Галлии. На автобусе. Так, я бы вышел, все, пацаны, приехали. Мы в Хогвартсе, мы прибыли. А, я за билет не платил, лошары. Давайте на дорогу, все сюда спустимся на дорогу. Не, нормально. Я сам ударил меня, почему тут Хогвартс похож на какую-то избушку старую. Да нет, это вход в Хогвартс, подождите, еще не тот Хогвартс. Сейчас будет Хогвартс. Меня на это наняли ушлеп, и кого-то его убили. Все. Кряк, это ты, сука, нанимаешь там этих козлов долбанных. Кряк, давай сюда, слышишь, Кряк, давай сюда, вот этот грузовик. Кстати, вот сюда, да, можно. И потом прямо поедем. Бля, это что, авиаудар, что ли? Убегайте сюда, это авиаудар, пацаны. Осторожно. Кряк, залети, пожалуйста, Никита Кривые, Кряк, залети ты. Меня выпихнули, офигенно. Кряк, ты уже под опытом. Вот Гвол, давай следующий. Вот Зодиак. Ребята, Дефер, сидите. Это какие-то как все на волшебных палочках здесь летают. На Глориана. Бля, они не попадают в кузов, что с вами не так? Сейчас, пацаны, сделаем. Давайте, так, залетайте, давай. Быстрей. Давайте, ребят, представьте, что это ваша первая брачная ночь. Давай, сделай это. Попадите. Наконец-таки. Так же будет. Все, полетели. Погнали. Все, погнали. Номер один, погнали. Просто посмотри. Пока, пацаны. Меня скинули. Почему все серии заканчиваются Челядом, падением Челяда? Что-то пошло не так. Когда что-то пошло не так.
Ребят, на этом, в общем-то, все. Если вам понравились такие серии, с вас обязательно очень и очень много лайков. Помните, чем больше лайков, тем больше вот таких вот угарных серий в открытом мире. С вами было очень много людей, все ссылки будут на всех в описании. Не забывайте про подписки и обязательно про лайки и комментарии, что вам понравилось. Всем до скорых встреч, всем пока. Всем пока. Всем до скорого, друзья.